Всем привет! Меня зовут Зиган Шангюри. Мне 12 лет. С раннего детства я занимаюсь тэквондо, грузинскими танцами, а именно лезгинкой. Также я ходил в театральную школу. А сейчас я с удовольствием посещаю уроки плавания, потому что считаю, что мужчине надо соблюдать свою спортивную форму. Еще я ученик киношколы «Нова мода». Я уже успел побывать в съемках детского скетчкома «Легко и просто». Также вел утренние рубрики «Скоротничка Парад», там «Ньюс-Ньюс» на телеканалах «Фаворит» и «Фора». Я очень люблю путешествовать, поэтому я изучаю иностранные языки – английский и французский. В свободное время я люблю рисовать, петь, слушать музыку, особенно в поп-направлении. Мои любимые жанры кино – это боевик, фантастика и комедия. Я мечтаю стать актером, и я верю, что киношкола поможет мне реализовать эту мечту и подарит мне путевку в будущее.